Теперь пришло время вписать представление об обожении в общую структуру взглядов, в общую систему истории, которая включает в себя грехопадение и приход, смерть воскресение, воскресение Иисуса Христа и все остальное. Итак, что касается грехопадения или, точнее, предшествующего грехопадению сотворения, то в Писании мы читаем, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Однако православные немного по-другому воспринимают этот текст, прежде всего разграничивая образ и подобие в человеке. И когда читают, что Бог замыслил человека сотворить по образу и подобию Божьему, а потом чуть дальше в тексте сказано, что Бог сотворил человека по образу Божию, то многие и отцы и церкви, и, соответственно, современные православные богословы видят картину следующим образом, что человек сотворен Богом по образу Божьему и должен стать Божьим подобием. Подобие Божие – это не то, что имеется на момент сотворения. Подобие Божие – это и как раз и есть обоженное состояние. И вот человек сотворен в состоянии образа, чтобы двигаться по пути обожения, чтобы достигать вот этого вот богоподобия. Как говорили отцы, человек ⁇ это тварь, получившая приказ стать Богом. В момент сотворения нет абсолютного совершенства человека. И помните, мы читали о взглядах Максима Исповедника, что перед Адамом еще до грехопадения стояла задача вот в самом себе преодолевать различные разделения мира и таким образом двигаться к богоподобию. Так вот, человек и в чем заключается грехопадение, в чем заключается беда, в чем заключается трагедия. Человек пошел по неправильному пути. Если западная церковь обычно описывает грехопадение как катастрофу, как такое ужасное изменение совершенного существа, которое падает в преступлении и разрушается, то Восточная церковь в каком-то смысле более мягко описывает то, что произошло с человеком. Это не катастрофическое изменение совершенного существа, это изменение существа, потенциально могущего стать совершенным, но не выбравшего правильную дорогу и свернувшего не туда. Это не значит, что православные не признают какие-то дурные последствия греха дурные последствия грехопадения, и с грехопадением приходит прежде всего смертность, с грехопадением приходит тление, но все-таки, когда православные говорят о грехопадении, то здесь основной акцент, может быть, основное внимание уделяется не вине, которую человек имеет перед Богом за то, что он не послушался, а болезни испорченности человека, так как человек пошел не по тому пути, то он заболел грехом, он испорчен грехом и вот он находится в таком в болезненном и испорченном состоянии. У него не еще есть образ Божий, но образ Божий подавлен и вот этот вот подавленный образ Божий не позволяет человеку вступить на путь обожения. И это главная трагедия грехопадения. Человек в результате грехопадения не может начать обоживаться. И поэтому то, что необходимо для человека, то, с чего начиналось бы спасение человека, это возвращение ему возможности опять встать на правильный путь и от образа подниматься к подобию. В этом отношении и первородный грех православной церковью понимается иначе. Православная церковь не связывает с первородным грехом какой-то вины. Православная церковь, если и говорит о первородном грехе, то больше говорит как об испорченности, или даже говорит о смертности человека, вызванный грехом и вызывающий грех. Правда, здесь мы должны опять остановиться. Здесь нам нужно некоторое уточнение. Помните, мы с вами говорили о западном пленении русской церкви. Я все время это повторяю. Это неизбежный элемент при описании православного богословия. Так вот, все западные идеи так или иначе проникали на Русь там, с 17 по 19 век. И поэтому вы, читая некоторые православные учебники, некоторые православные книги, особенно старую православную литературу, написанную до революции, запросто можете встретить и другие описания грехопадения, греха, вины и всего остального, написанные вполне в западном контексте, привычным там, католическим или протестантским языком. Поэтому, опять-таки, общаясь с православными людьми, как бы априори заранее не предполагайте, что все их представление о грехопадении и спасении... Оно будет строиться, вот, исходя из того, что человек свернул не туда, и теперь ему бы как-то нужно вывернуться и отправиться а, в сторону обожения. Может быть, вы встретите православных, которые вполне вы, а, могут верить, что человек виновен перед Богом и нужно какое-то искупление греха. Это не типичная восточная точка зрения, это не главная для восточного богословия точка зрения, но все еще присутствующая, распространенная в православной церкви, правда, нужно сказать, что православная церковь так стремительно от этой точки зрения отдаляется, что в православном богословии есть осознание вот этого вот западного пленения, и отсюда такие целенаправленные на уровне многих учебных заведений, на уровне соответственной подготовки священников, тогда целенаправленные попытки вернуть восточное представление. Главное предназначение человека обожения, Грех – это болезнь человека, не позволяющая ему обоживаться. И замысел Бога теперь после грехопадения в отношении человека как-то исцелить эту болезнь, чтобы все-таки процесс обожения начался. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.